Сегодня здесь, на площадке Hyundai Motor Studio, у нас был очередной круглый стол в треке волонтерства. Это уже третий круглый стол. Мы уже встречались в фонде общественного мнения, говорили о том, как развивается волонтерское движение в Москве. Мы в фонде Лизы Глинки обсуждали, как помогать людям на улице, как помогать людям в чрезвычайных ситуациях и как делать так, чтобы волонтеры имели доступ в самые закрытые учреждения нашего города, то здесь мы обсуждали еще один важный спектр волонтерской жизни – это корпоративное волонтерство. У нас были интереснейшие спикеры, которые говорили, как волонтерство может развиваться в гармонии с НКО, как волонтерство корпоративное может развиваться в гармонии с государственными органами, какие возможны проекты, как синергии добиться. Вот, наверное, маленькая польза от нашего круглого стола сегодня была в том, что очень много НКО и представителей деловых организаций просто обменялись контактами, сейчас они начнут работать друг с другом. И нам очень хочется, чтобы на следующем форуме через год мы уже увидели плоды этой деятельности. Те предложения, которые сегодня были высказаны, они лягут в общий лист предложений трека волонтерства Московского гражданского форума, который мы представим 2 декабря на пленарном заседании. Следующая наша площадка будет посвящена волонтерству в среде молодежной. Пока это самые главные пассионарии, самые главные акторы волонтерства. Ребята, кто учится в вузах, кто учится в колледжах. Мы поговорим о том, как развивать это движение, какие необходимые механизмы поддержки от города. И поговорим о том, как учить волонтеров. Следующий четверг Российский государственный социальный университет Вильгельма Пика 4 в 3 часа начинается круглый стол. На сайте общественной палаты всегда можно найти точные контакты, записаться и принять участие в Московском гражданском форуме, потому что этот форум для горожан. Здесь может принять участие любой человек, здесь может любой высказать свое предложение, свой проект, найти помощь. И даже если этот проект пока еще на уровне идеи, это самая лучшая площадка для того, чтобы спросить коллег, слушайте, а все ли я делаю так? Может быть, вы уже это делали, может быть, у вас есть ошибки или, наоборот, успехи, достижения. Поэтому любые идеи, любые предложения мы в площадке форума принимаем. И уже сейчас приняло участие в работе трека волонтерства более 200 человек, представителей, руководителей разных объединений, инициативных групп. Мы эту географию и количество будем только расширять, к чему мы вас призываем. Присоединяйтесь к треку волонтерства Московского гражданского форума.